have ways of blowing things up. Фух, здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Мы идем в морг. Guten Morgen, как говорится. У меня тут появилась одна идейка. Отдай мне мои патроны. Ладно. Я только что просрал патроны, очень глупо. Так. Идейка-то в другом заключалась. А что у меня по патронам? Айзек. Патрон пока что вроде есть. А, идейка была в том, чтобы на вентиляции, из которых я по-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 
Нет, стоп, F. B. Я постоянно их путаю, я постоянно из-за этого трачу. Вентиляции, из которых я подозреваю, могут вылезти эти утырки, их просто минировать. Я не знаю, насколько это актуально. Блин, тут осталось 3 обоймы, черт побери, на катере. Это отвратительно. Человеческих лифтов с окнами нету, да? Офиген. Очередное мясо, что у нас? Иди ты знаешь куда? Я сейчас даже не знаю, откуда они попрутся. Мужик, что с тобой? Что с тобой, мужик? А, это... Да, это можно было подобрать. Вещи к себе можно подтаскивать. Спасибо. А, да? А, это полезно было бы знать раньше. Ладно, ну это логично. Но оно просто выделяется. Я раньше видел такие штуки, они выделялись, но я просто не пробовал с ними ничего делать. На всякий случай. Комната аутопсии. Мысли. Кэп, это ты? Это босс? А ты не хочешь его скинуть там с себя, что ли? О, там у людей тоже весело, я смотрю. Оно живое! Фиг
Фигня, 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 фигня. Надо качать дэмэдж этой штуки. На это патронов тоже не осталось, хпшки не осталось, ничего не осталось, но это же просто замечательно, смотрите. Captain's Rig, подожди. Мне по аптечку на самом деле найти. В общем, эта штука приходит и начинает делать монстров. А если я буду разбивать трупы заранее, ну это же возможно? Ну, допустим. Isaac, what's your status? Do you have the captain's rig? Fuck me! Transmitting codes now. I saw it, Hammond. A flying one turned the captain's body into another one of those things. The same must have happened to Chen. God, maybe the command computer has something. Where's Daniels when you need her? Head back to the security checkpoint. It's safer there. At least I can upgrade your clearance. Your security charge. Так. Есть, первый уровень security, отлично. Типа нафиг. Мне не нравится больше всего, что тут не дают аптечек. То есть достаточно сложная игра. Блин, может быть, мне надо было на легком начать, честно говоря. А подождите секунду. А прямо сейчас я могу это сменить как-то? Ну-ка, геймплей. Select difficulty. Я играю на медиуме. Можно на easy и можно на story. Так, это будет deal more damage and take less damage and high oxygen tank lasts somewhat longer. Enemy grappling attacks are somewhat easier to escape. Isaac deal much more damage, takes much less... Так, хорошо. Я продолжаю играть на нормале. Ну-ка. Normal. Ну, medium, который, да? Да. Но, если у меня с этим начнутся проблемы, я буду менять уровень сложности, потому что, ну, я не вижу смысла просто. Аптечек... Нет, знаете, то, что он получает урон, это я могу понять. То, что мне приходится тратить много патронов, это я тоже могу понять. Но то, что не дают припасов, не дают того, что надо, ну, это уж, извините, как... Блин, чтоб тебя. Unless... Here. Head back to the flight deck. I'll guide you from there. If this damage report's right, there's a shortcut to engineering. Будете нападать? Большой длинный коридор. Не будете? Ну тут все загерметизировано, я понимаю, но все же, малый-то откуда-то приполз. Эта штука до сих пор здесь, я ее не могу не забрать, ничего. Прикольно, заглючило. Я бы сюда хотел попасть, наверное. Так, тут сохранение, я сохранюсь. Я все равно каждый раз делаю новые сохранения, насколько мне кажется. Да, new save, отлично. Ну, то есть, в принципе, вы знаете, что я не особо по хоррор-игрушкам. Вот, и опять же, я не имею ничего против хоррор-атмосферы, но normal здесь, но medium, который... Он, ну, не такой уж и medium, потому что, ну, говорится, что одинаковый damage... Айзеку и одинаковый дэмэдж им. По мне, 5 ударов
по ним явно больше 5 выстрелов, потому что нужно стрелить 2-3 конечности, при этом они успевают добежать, они успевают кучу всего сделать, поэтому, ну, не знаю, как-то... О, я могу вот это открыть, да? Второй левел, спасибо, спасибо. Я оценил. Так. Ну а как мне сюда попасть? Это же отдельная комната, мы с вами смотрели в прошлый раз, ладно? Я уверен, что там что-то полезное. Мне... туда. Там я уже был. Я не думаю просто, что там появилось что-то новое. Раз уж на то пошло. Второй левел security, понятно. Туда. Угу. На секундочку гляну еще раз, может быть, тут что-то. Все же приходится бэктрекить из-за того, что есть вот эти уровни охраны. Первый, там, второй, третий, все дела. О, спасибо, не зря подошел. И идешь в одну сторону, все закрыто. В другую сторону что-то может быть уже открыто. На немецком. Вон, вот та штука со стазисом. А куда я его вставлял? Туда? Я теперь могу его вытащить? Так. Shower, а это lights. Лайтс включим. А мне сейчас... Не та кнопка. Вон туда? Не, погоди. Вон туда, да. Все хорошо. Поехали. Это какой у нас там уровень был? А, первый. Это я могу теперь открыть. Аптечку использую сразу. Маленькую дали аптечечку. Маленькую, чтобы... Ну... А то вдруг ты... Так, погодите, а тут тогда что, если оно открылось? Это куда мне? А, лифт в морг. Напрямую который, что ли? Вот как я мог сюда добраться. Ясно. Хорошо. Вот этого я не учел. Оп, это я заберу. Лифтовой музыки не хватает. А тут скрипт сейчас никакой не сработает. Случайно. Там шкафчики были, только я не помню, они какого уровня. Ты у нас первого уровня, давай. И заберу, это полезно. А, погоди, шкафчики-то они с той стороны были. Пойдем глянем. Второго. Первого. Значит, я сюда точно еще буду возвращаться, если тут security второго уровня. А, вот такие вот штучки мне на самом деле не нравятся. То есть игра тебе... Да нет, игра тебе прям обещает, что вот ты сюда, туда-сюда, туда-сюда будешь ходить еще много раз. В принципе, ты об этом догадываешься, но когда тебе об этом игра говорит напрямую, то это немножечко дезморалит, честно вам скажу. Пойдем в магаз. Во-первых, нужно попродавать кучу всего. О, теперь
У нас есть схема для получения вот этих вещей, схема для получения пульсовых гранат, импульсовых. Так. Сколько у меня? У меня есть 13 тысяч практически. Нет, не то. Инвентарь. Плазма-катер апгрейд. Это на бенч надо отнести, я понял. Вот это. Это можно продать. Так, мы поступим. Я не знаю, можно ли будет потом продавать дороже что-то. Так. Патроны. Патроны я продавать на этот раз не буду. Мне как бы и так фигово. Можно аптечек понакупать, но я не хочу. Я возьму одну шайбу. У них теперь 4. Мне бы теперь еще и бенч, если получится. Это было бы вообще замечательно. Куда сейчас сюда? Medical Tram Station. Пойдем туда. Музыка саспенсовая, конечно. Тут был бенч или нет, я не помню. Тут есть сейф, да. Но я не помню. Cargo Depot. Нет, ладно, давайте я сохранюсь. Я так понимаю, что нам сейчас ехать надо будет. Ну, просто не знаю, они предлагают покупать аптечки, но это какое-то свинство. То есть, смотрите, аптечки и патроны — это то, что игра должна предоставлять сама по себе в нормальных количествах. Особенно, если ты выживалка, особенно, если про деньги. Хорошо, когда есть возможность докупать аптечки или хилки, но это не должно быть основным источником аптечек или хилок, поэтому... Так... В ангар. Да. Сервис спа. Почему тут есть магазин, но нету бенча? Трам стейшн холл. Заберу. Привет, ребят. Чего у вас тут интересненького? Никто никуда не уехал? Welcome aboard. Добро пожаловать на борт. Ага. А где здесь на этой станции сохраняшка? Мне туда. Это подожди. А вот и бенч. Здравствуйте. Хорошо. Давайте смотреть. Plasma Cutter Upgrade. Graph Extended and New Special Abilities now accessible. Новые специальные возможности. Greatly increase ammunition capacity. Очень сильно увеличивает. Картридж пак. Сервис пак 2. То есть туда дойти надо. В принципе, я это могу даже сейчас все это вкачать, но... Reload, damage, capacity, greatly capacity. Так, я бы на самом деле сейчас бы в костюмчик посмотрел бы. А сайз чего? Стазис зон 0.75. А Energy, Stasis Energy. Kinesis. Stasis Duration. Так, что по винтовке? Потому что дэмэджа у нее вообще никакого нету. У нее 40 поинтов. Дэмэдж, погоди. Дэмэдж на катере.
130 поинтов за выстрел. На винтовке 40 поинтов за выстрел. Есть 3 апгрейда. Они будут прибавляться по скольку? По 10, по 20, по скольку? Я поставлю, потому что без него... По 5! Это печально. Но винтовка без апгрейда на дэмэдж вообще не жизнеспособна. Так, на костюм. Я хочу себе точно воздух, потому что это напрягает. Energy и HP. Можно бы, кстати, еще один HP взять. Ну, давай на плазмокатор посмотрим. Reload и damage. Мне надо 2 как минимум, да? Сто сорок я получаю. Дэмэдж мы практически полностью вкачали, у него будет 150 дэмэдж максимальный. И на костюм, куда я хочу пойти? Наверх это Energy и HP еще один. В эту сторону. Я бы, наверное, в эту сторону пошел бы. Давайте я Stasis Zone вот это вот закину. Ну, оно прямо сейчас мне не надо. Я потом смогу еще раз скачать воздух и хпшку. Что мне, наверное, хочется сделать. А вот сохраняшечка еще одна. Давайте тут же и сохранимся. Так, ладно. Что у нас по патронам? 41 не густо, но в принципе с этим можно что-то делать. На винтовке у нас вообще сейчас патронов мало. Я хоть чуть-чуть на нее дэмэдж бустанул, потому что иначе было бы очень печально. Сюда. Это лифт. Да, это лифт. В принципе, расположение станции довольно схоже, но это правильно, это унификация, так скажем. Bathroom. В этом bathroom я уже был. Вот это я уже убивал. Flight launch. Security reporting retrieved. Жутенько, ничего не скажешь. Нам туда. Я тут точно ничего больше не могу ни забрать, ни сделать. Нет, сюда я заходил, да, когда мне нужно было перенастроить. Мы как раз увидели, как этого чувака убивали. Тут сейчас уже ничего не сделаешь. Сейв, я не знаю, только что сейвился. Поехали на security check-in. Может, сюда сейчас? Нет. Isaac, this damage report says there's a broken cargo just beyond the hangar doors. I'll open them now. Entering zero gravity. Ну не знаю. You'll need your thrusters to reach it, but that lift shaft should take you straight down to engineering. Мне придется как-то по улице это все делать. Вторая глава завершена. Туда куда-то. Ну, воздух вроде пока не идет, то есть zero gravity, но при этом... Погоди, я сейчас выйду за защитный экран, пойдет воздух? Да. Куда еще раз?
можешь нормально показывать? Почему меня спиной разворачивает? Мне туда? Оксиджен. Я взял, не взял, ладно. Ну, я не знаю насчет количества детей на корабле. Я не уверен, что их... Куда мне? Так. Еще ниже. Сюда, что ли? Exiting zero gravity. Поприветствовали. Ёпарасота, это что такое? Что за говно? Погоди. Что? Читаем, ребят. Спасибо, но... Engineering... А, так нам туда. А тут тогда что? И чё? Деньги. Не, деньги хорошо. Деньги в этой игре котируются. Окей. Пойдем сюда. Это лифт? Еще один лифт. Поехали. А я и делаю, вы чё? Я это и делаю. Инженерная палуба достигнута. Engineering log. Acting chief engineer Jacob Temple reporting. Christ, I still can't believe the chief is gone. It's all fallen apart since the captain died. Everyone down here is on their last nerve. We thought the rioting was the worst of it. Until those things came through the vents. Faces. Fuck, those were my lunch buddies. Liz's friends. Old boyfriends. And out of nowhere, the engines are screwed. Primary's laboring, we're hemorrhaging fuel. Fuck if I know why. I'm taking Danvers to the fuel depot to fix it. Gotta keep the team focused or we'll crack. Temple out. Угу. Так, давайте еще раз на секунду в магазин заглянем. Тут вроде, ну, относительно такая безопасная зона, поэтому 7000
моем инвентаре. О, баллон, кстати. Который я подобрал, на самом деле, его можно будет потом и продать, если что. Я не уверен. О, а ты что у нас такое? Classic is rigged designed to handle your faithful service. And one. А, погодите, это разные. Разные типы костюмов. Погодите. Это тот, один это апгрейд, один это первоначальный, потому что я же переодевал, да? Но апгрейды костюма, они идут. Suit level 1. Legacy rig. Мне просто интересно, что апгрейды костюма, они работают одинаково на тот и на тот костюм. Нет такого, что я одел что-то одно, оно работает как что-то другое. Хорошо, давайте тогда перед тем, как запускать диагностику, сохранимся. На новый слот. Пока что мы держимся на медиуме, но опять же я говорю, если дальше будут на меня сильно наседать, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы немножко переспустить сложность. Посмотрим пока что. Давайте на этом заканчивать. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.